Пасмурное утро на Самосыровском полигоне началось хмуро. Ранним утром сюда прибыли сотрудники силовых структур, правоохранительных органов и судебные приставы. Спустя час подъехал манипулятор. Въезд на полигон перегородили бетонными блоками. Преграждая въезд, мы прекращаем эксплуатацию полигона. А вопрос передачи имущества, возврата муниципальной собственности, это должен уже решаться с земельщиками вместе с судебным приставом. Зайти на территорию, составить опись имущества, подготовить передаточный акт, подписать его у ЗАОК. Ну и как бы следить за тем, чтобы эксплуатация полигона не была возможна. Для этого все необходимые ресурсы у нас тут имеются. С этого дня, 5 июля, Самосыровский полигон считается официально закрытым. Незаконная эксплуатация муниципального имущества и земельного участка прекращена. Теперь КЭК обязан ликвидировать навалы мусора. Вот только как это сделать, если въезд и выезд перегорожены, они теперь не знают. Все присутствуют здесь. КАМАЗ стоит груженный, для вывоза, который вывозит ТБО со второй карты. То, что нам предписал Советский районный суд. То есть вывести вторую карту. КАМАЗ стоит груженный, но сейчас мы видим препятствия. Чинят нам судебные приставы и представители исполкома. То есть говорит, что сейчас мы арестуем всю технику, которая на карте стоит, так как нет проекта, нет с нами согласования. Но я думаю, там в советском решении советского суда не написано, кто должен мне препятствовать и чинить препятствия. Этого не прописано. Должен быть только зеленый свет на вывоз ТБО со второй карты на вторую, на полигон Восточный, или то ли на мою мусоросортировочную станцию, на нашу мусоросортировочную станцию, которая находится через дорогу, буквально 20 метров. Так мы будем исполнять решение суда. Если будут какие-то препятствия, мы будем назвать судебную, правоохранительную, потому что это вообще не надо. Как вы все очевидно это видите своими глазами, на сегодняшний день придется выполнять. Сегодня прекращена эксплуатация полигона. Это одно из решений суда еще от 2010 года, которое не исполнялось. Эксплуатация этого земельного участка прекращена на данный момент. И служба судебных приставов запросила у КЭК предоставить полный перечень техники специализированной, которая будет исполнять решение суда о сносе построек самовольных на муниципальной земле. После того, как они получат этот перечень, беспрепятственный доступ к этой технике будет обеспечен. У меня в этом сомнений нет. Что касается завоза отходов на муниципальную землю, это прекращено. Между тем, к представителям исполкома стали подходить водители мусоровозов, спрашивая, куда теперь возить мусор. Мэрия заверила, что ТБО теперь будет приниматься на соседнем полигоне Восточный. Теперь стоит и вопрос об организации круглосуточного дежурства на полигоне, чтобы не допустить въезд на него мусоровозов. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».